У нас система получается, как звонит начальнику, говорят, два человека должны уйти на один участок, два на другой. А полностью комплектация смены, ну, отсутствует. Ну вот сколько мы вот здесь собираемся, вот с Натальей Владимировной, все люди приходят сюда. Пытаемся организовать встречу с, это, ну, с нашим работодателем. В принципе, от этой встречи всеми возможными средствами, ну, не идут на контакт. Вот у нас это единственное, вот, где здоровье поправить, вот, у нас это только санаторий Джартас. В принципе, ни один шахтер себе не может позволить поездку в ближнее, не то что говорят, дальнее зарубежье. Поправить свое здоровье у нас практически негде.